Мир, труд, май и танцы. Именно так я, дэнс-журналист Лена Шумихина, провожу свой выходной 1 мая. Но словно домик Элли ураганом из Канзаса, меня занесло на всемирную танцевальную олимпиаду. Как вам идет? Отлично, я его очень давно знаю, он просто один из лучших, да нет, пожалуй, лучший ведущий, который есть вообще в Орто. Было бы, например, интересно, если тем, кто все 10 олимпиад принимал участие, но я думаю, что таких, наверное, даже сложно будет найти, хотя ведь вопрос интересный, может даже поискать в протоколах, может быть, именно один тем, кто большое количество принимал участие. По акробатическим танцам сложно удивить, потому что я уже четырехкратная чемпионка мира. Я посмотрела видео, вы танцуете там акробатику. Ну, для многих, может быть, и опасно, а как бы я уже привыкшая, я могу и на каблуках акробатику. Вот как раз я сегодня буду первый раз в стрипластике на чемпионате России участвовать. Как вы считаете, судейство объективное? Объективное, 4 бригады, все мои знакомые, я тоже судья, как сегодня в качестве руководителя. Вот, ребята молодцы, работают много, судят часто, поэтому я думаю, что в результатах сомневаться не стоит. Первое, на что обращает внимание судья, это на уверенные глаза ребенка. Даже в общем заходе, на первых турах, человека, который будет в призах, видно сразу. Как результаты? Первое место во второй лиге, юниор 1. Нужно поразить своей эмоциональностью, подачей и просто мочить. В каком стиле танцуешь? Я даже не знаю. А у тебя есть какие-то любимые танцоры? Да, есть. Кто это? Ну, они, конечно, уже некоторые... Майкл Джексон, ну и некоторые в России. Как будут развиваться события, покажет танец. И мы, Елена Шумихина и Арсений Мамай. И не забывайте писать мне письма танцевальным почерком.